Что первое мы замечаем в человеке? Конечно, глаза. И это неудивительно, что их считают зеркалом души. И здоровье глаз нужно беречь с самого детства. Сегодня я расскажу о таком заболевании, как акантомебный кератит. Как можно распознать такую проблему и правда ли, что от болезни можно потерять зрение? Это редкое заболевание, при котором в роговицу глаза проникают амебы. Диагностируется у взрослых и детей. Чаще всего он возникает у мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Для сравнения, на экране здоровый глаз. Ну а здесь акантомебный кератит. Появляется сильная краснота, резь и ощущение песка в глазу. А как распознать заболевание на первых этапах? Акантомебный кератит можно распознать по нескольким причинам. При наличии кератита и длительно незаживающего при обычном стандартном лечении можно заподозрить акантомебный кератит. Также акантомебный кератит очень часто появляется при несоблюдении гигиены, при ношении контактных линз, контакте с сырой водой, почвой, различными травмами, либо химическими ожогами. Если вовремя не приступить к лечению, могут развиться иридоциклит, склерит, вторичная глаукома. Но самым опасным осложнением считают перфорацию роговицы, которая приводит к образованию бельма и потере зрения. Как же предотвратить потерю зрения? Предотвратить потерю зрения при акантомебном кератите можно, быстро обратившись к офтальмологу. При правильном и своевременно поставленном диагнозе доктором вам назначат специфическое лечение. Необходимо будет проходить длительный контроль у доктора-офтальмолога. Часто болезнь возникает у тех, кто носит контактные линзы, поэтому важно знать некоторые правила. Следует снимать контактные линзы на ночь и не использовать для их хранения домашние солевые растворы. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов и до новых встреч на телеканале ОНТ.